Привет, привет, мои дорогие. Ох, кто куда мы пожрать? Смотрите, я себе какого жду няшку купила. Наверное, он будет с нами всегда кушать на мукбангов, если я довезу его живого. В Нижний Новгород. У Наденьку видно в зеркало. Так что, в столовую тут недалеко. Сегодня мы идем жрать борщ. Борщ. Ждем Надю. А еще я себе купила какое украшение, брошь для микрофона. Я не найду свой этот, как он называется-то? Прищепку для микрофона. И вчера я увидела и победила. Пришел, увидел, победил, нашла прищепку для микрофона. Вот наш выход и вот столовая. Сегодня идем вот в эту. 50 секунд. Ну и что? Хорошо, что никакого народа нет. Сейчас мы поедим борща. Но она только еще открывается, вот смотрите. А клюквенных нету? Смородина, томаты. А это виноградный шашлык. Я смородину возьму. А вот это, а это компот просто? Я вот такой. Так, это апельсин. Это из упаковки пойдет. Угу. А пирожки в какую цену у вас? Поняла. Это с яблоком 50. Я вот рыбку возьму. С картофелем? С супы. А сейчас просто. А этот суп есть у вас? Да. И борщ, и солянка. А можно мне вот кусочек рыбки? Вот этот вот. Вот. Ага. Не, вот этот вот. Я рыбки хочу еще все. И борщ. Я борщ. Ах. Подожди. Сам. Может, какую? Где она? Не знаю. Вот Вика. Она. Вон ей наггетсы, может. Это что? Нет, это минтай. Вот это что ли? Да, еще что поесть. Борща. Ну, вот, ну, сначала. Еще рыбку одну, да? Да. Без гарнира. А сосиска здесь сколько стоит? 50 рублей. Угу. Так я не поняла, вот там с капустой это сколько или какие? Давай, 40 рублей, девочка. С капустой? Да, давайте один. Сейчас, мы же вместе, да? Я вам сразу все подам. Вот сейчас вот там разберем. Чуть-чуть. Маленечко, маленечко. А? Чего? Что хочешь-то? Вон возьми картошку кресную, если я себе... Суп какой борщ еще чем? Мик, наггетсы будешь? Да. Наггетсы. Они тоже везде в основном греют. А еще какой суп у вас? Так. Лапша по-домашнему, борщ. Потом солянка, нет. Харчо. Не, давайте тоже борщ. А харчо в какую цену? Харчо у нас 110 рублей. Харчо? Да. Следующий раз. А это вот что такое? А это вот что такое у вас сейчас? Пончики, по-моему. Пончики, да? Да. Сырнички. Я один сырник еще возьму. Мы просто попробовать. Так, в общем, вот я купила кусочек рыбки, сырник, борщ, компот. И еще у Нади тут, ну, я за нее заплатила пирожок, борщ и тоже, ну, сок или морсли. И за все это 312 рублей. А теперь пожрем.